Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я расскажу про первую высадку рассады на балконе. Вот такой вот балконный ящик мы соорудили под огурцы. В него вставила я полиэтиленовый пакет и заполнила его наполовину опавшими листьями и скошенной травой. Затем перегной и сверху питательный грунт. Можно просто садовую землю. Объем получился приблизительно 15-18 литров. Делаем луночку. В нее я положу собранные за зиму и высушенные шкурки апельсина, банана, граната и яичную шкорлупу. Закладываем небольшое количество в луночку и присыпаем грунтом. На такой объем я буду высаживать один огурец сорта Лавелли. Этот сорт устойчив ко всем болезням. Огурчики длинные, очень вкусные и сладкие. Также я подсажу к нему еще базилик. Все хорошо проливаем водой с фитофторином. Чтобы влага не испарялась, грунт лучше замульчировать. А сейчас я займусь баклажанами. Эти два растения у меня выросли случайно. Я набирала осенью перегной для пересадки цветов. И там попались случайно семечки. Скорее всего, что это сорт алмаз. И мне стало жалко их выбросить, я их оставила. И вот вы видите, что в мае месяце у меня уже есть баклажаны. Объем горшков приблизительно 5 литров. Но тем не менее, все равно они заплодоносили. И сейчас я уже их буду высаживать в балконные ящики. Здесь у меня уже подготовленный грунт. Я делаю луночки. Также заполняю их сухими шкурками апельсинов, бананов, мандаринов. Сверху присыпаю грунтом. И потом делаю высадку баклажан. Аккуратно, чтобы не повредить корни. Ящики у меня больших объемов. Поэтому я еще по бокам высаживаю по одному огурцу сорта Лавелли. Также делаю питательные луночки и присыпаю землей. Высаживаю растения. Еще на конец ящика я посадила томат монгольский карлик. Видела по видео, что всех очень заинтересовал этот томат. В прошлом году я его выращивала в сумках. Он очень хорошо себя показал, с большой урожайностью. Вот так вот он выглядит в рассаде. Очень хороший томат, неприхотливый, не болеет. Особенно вот в ящиках вообще у меня растения не болеют. В отличие от грунта, где все-таки может заболеть растение фитофторой. Так что сажу еще в этом году монгольский карлик в ящик. Также между растениями я еще высаживаю базилик. Это очень вкусная пряность, еще и украшение. Многие скажут, что может быть рано высадка такая, но на ночь я прикрываю огурцы полиэтиленовыми пакетами. А остальные растения у меня уже закалялись на балконе. И рассада также стоит уже несколько дней и закаляется на балконе, и все нормально. Всем удачных посадок!